Формирование нового правительства, нехватка кадров для национальных СМИ, рост тарифов за услуги ЖКХ и многое другое. В канун Дня российской печати Сергей Меликов встретился с журналистами и обсудил злободневные для дагестанцев вопросы. На встрече была и моя коллега Батимат Ханапова, и вот что она рассказывает. Разговор в Рио главы республики с журналистами прошел традиционно, в формате «вопрос-ответ». Была затронута тема формирования правительства региона и подбора необходимых кадров. Здесь Сергей Меликов дал понять, что состав пока не окончательный, и изменения грядут. А какие, станет ясно до конца февраля. Те, кто сегодня не показал себя, те, кто не решил задачи, которые не просто перед вами стояли, а которые вот настолько острыми являются проблемами, что о них говорят все, кто угодно, и тем не менее эти проблемы остаются, ну тогда давайте расставаться. Что касается подбора, действительно я скажу, что кадровый резерв, мягко говоря, не богат. Может быть, он не богат по тем принципам, по которым я подхожу к реализации этого кадрового резерва. Не обошли вниманием и проблемы, с которыми сталкиваются журналисты. Редактор газеты «Юлдаш» Рустам Джалаков рассказал о нехватке профессиональных кадров для национальных СМИ. Вопрос надо проработать, отметил в Рио главы региона, так как касается он не только газет и журналов, а в целом сохранения идентичности народов Дагестана в периодике. Ну, здесь ответ очевиден, только за счет создания резервов этих кадров посредством подготовки в наших вузах. У нас достаточное количество вузов, на самом деле. Наверное, нужно переформатировать их работу, нужно учесть потребность. С одной стороны, вопрос очень простой, с другой стороны, он на самом деле требует очень серьезного подхода. Потому что раз вы говорите о дефиците, то, наверное, этот дефицит, он уже образовался. Если раньше какая-то база была, может быть, за счет тех людей, которые даже еще в советское время получали образование, да, то сегодня я чувствую, что эта проблема существует. Поговорили и о республиканских долгах за энергоресурсы, а также про рост тарифов за услуги ЖКХ. По словам Сергея Меликова, в этом направлении круг замкнутый. Профильные организации не могут эксплуатировать и содержать сети из-за нехватки денег. Люди, в свою очередь, не получающие услугу должного качества, не хотят платить тот тариф, который позволил бы эти сети отремонтировать. Вопрос пока остается на повестке дня. Еще раз повторяю, они настолько запущены, что мы их и в течение этого года не решим, но решать их надо на сегодняшний день. Уже около 3 миллиардов будет вложено в газификацию Дагестана в 2021 году. Руководитель республики ответил на другие не менее актуальные вопросы журналистов. По его словам, встречи не последние, и общение с прессой в подобном формате будет проводиться ежеквартально. Завершилась встреча награждением отличившихся журналистов благодарственными письмами и грамотами. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.